Всем привет! Вы на канале Бла-Бла Фьюзинг. Я здесь рассказываю о стекле, о том, как я делаю украшения и просто всякие разные глупости. Сегодня мы будем собирать комплект украшений, браслет и кулон на шейку. Вот такой яркий желтый получился кулон, а это будет элемент, один из частей браслета на ручку. Так, сначала я сделаю кулончик. Ничего сложного в сборке кулонов нету, однако просто отмеряем необходимую длину, где-то средняя длина для кулонов, чтобы они были удобно гармонично висели, это где-то 40-45 сантиметров. В данном случае 3-4 длины вощеного шнура, вообще-то бумажного. Здесь в кулоне сделано уже специальное отверстие, то есть между подложкой и основной частью кулона сделано отверстие, то есть туда кладется специальная штучка, которая не сгорает в печке, и поэтому, когда ее потом вынимаешь, остается вот такое незаполненное отверстие. И продеваем туда наши ниточки. Вот. И ниточки я закрепляю клеем обязательно. Клей термоядерный момент. Иногда бывает, что-нибудь надо и разъединить. И прям усилия надо будет прилагать, чтобы его потом разъединить. И одеваю вот такой, называется концевик. То есть эти все четыре ниточки как бы соединяются, получается. И закрепляется вот этой штучкой, называется, которая концевик, на которой, собственно говоря, на петелька на этом концевике служит потом уже соединением для того, чтобы повесить на нее застежку. Можно добавить еще цепочку для того, чтобы регулировать. Вот я, значит, одеваю это маленькое колечко, за которое будет застегиваться карабин. И с другого конца, получается, я одеваю другой концевик. Тоже чуть-чуть клея. И вот так вот просто зажимаю. Он потом на клее будет держаться насмерть. Вот еще одно колечко для уже карабина. И одеваю вот такой вот карабинчик. В данном случае я использую такой цвет бронза, потому что он как бы больше с желтым основным цветом кулона, теплым тоже. И вот такая у нас штучка получилась. Вот такие формы обычно удлиненные, вот как раз удобно, вот как у меня сейчас. Расстегиваешься какие-то рубашки, не только в смысле и платья, вырезы какие-то, но очень супер выглядит именно вот в разрезе блузки, рубашки, вообще секси. Собираю тут их чтобы они были по-разному, по порядку. Уже собранный был. И просто одеваю туда, вот такую, здесь этот браслет надеваю на вот такую вот гелевую миллиметровую резинку. Гелевая резинка. Вещь тоже такая очень функциональная. Порвать ее практически невозможно, она растягивается. Ну, вот единственный недостаток у нее, это она может со временем ношения, когда на браслете, она растягивается. И, то есть ее надо либо менять, либо аккуратно снимать. Я потом покажу, как снимать и надевать браслет для того, чтобы ваша резинка прослужила вам как можно дольше.
Так, и между звеньями резинки я просто надеваю, вот здесь вот у нас черный цвет использован в самом украшении. И вот я сюда просто продеваю еще между, получается, звеньями еще такие. Просто это обычный бисер, такой крупный. Совсем чуть-чуть. Так. Тут у нас один. Вот у нас получается второй. Отрезаем ушную. Вот получилась вот такая. Вот. И потом концы просто обыкновенно завязываем на три узелка. Узелки тоже хорошо делать в разные стороны, то есть правый, левый узел. И вот эти кончики, получается, отрезаем, оставляем сантиметр полтора для того, чтобы сейчас его продеть и засунуть его, эти кончики. Все. Вот что у нас получилось. Вот такой браслет, такой солнечный, желтый, яркий. И вот так вот аккуратно, как чулочек. Мы его вот так одеваем. Мы не тянем вот где-то одну, вот так вот рвем, а просто вот так вот и снимаем точно так же, вот так вот, продевая их как через руку, как кольцо. Вот. Вот. И вот такой комплект получился. В данном случае у нас кулон и браслет. Ставьте лайки, сердечки в ТикТоке. Подписывайтесь на мой канал. Ну и оставляйте ваши комментарии и возможные вопросы.